Здравствуйте. Вот принесли вот такой шкив стальной. Внутри у него размер 38. Но тут немножко как наклеп, что ли, вот с этой стороны как били его, расплескали. Но факт то, что там поменяли двигатель, и на новый вал он не лезет. Просят снять, как они говорят, сотку. Ну как я сейчас попаду там в эти 5 соток? И то тут прям надо немножко, я не знаю, даже в легкую пробежать. Не то, что пробежать, а прям, можно сказать, вскользь пройти. Я его даже и не выставлю так ровно. Я буду делать как? Сейчас протачиваю втулку на 38 или 37,95. Постараюсь проточить. После этого, не меняя положение резца, зажимаю шкив. Прохожу его, протачиваю ступицу, беру за ступицу и освежаю ремни. $37.95. Теперь зажимаю шкив и, не меняя положение резца, прохожу по шкиву. Шкив зажат, более-менее отцентрован так вот. Здесь очень сильно набито. Сначала будет снимать много. Все те же 37,95. Теперь я поставлю индикаторную стойку и по ней прибавлю 7 сотых, чтобы было 38,2. И все на этом. Ручьи я освежать не буду, потому что нормально зацентровано и такие дела. Итак, стойку установил. По стойке мне нужно дать 3,5 деления.
38 ровно. Ну, тут не ровно, на самом деле чуть-чуть еще шаг, просто 5 сотых. Немножко 38 и чуть-чуть еще должно быть. Теперь здесь нужно облагородить, снять фаску. Фаску можно снимать в обратную сторону, вот таким способом. Било так, что кристаллическую решетку, холодная ковка, что даже было видно туговато резцу. Обязательно пройдите по этой площади, плоскости, чтобы в будущем, взявшись за эту ступицу, прижимать кулачкам, и чтобы все было ровно. Но я не буду ставить подрезной, все это можно сделать обычными резцами. Вот и все. Теперь можно взять за эту выступ и освежить ручьи. Но в моем случае это не требуется, так как бы я не сильно. Вот даже могу показать. Вот так вот. До свидания.